И оказалось, казалось, что он особенно красноречивый. Оказалось, что у него необыкновенно интересный литературный дар. И также Саша Ранникова. И вот хотелось бы, конечно, но постараемся, чтобы все-таки эти работы были напечатаны. Знаете, они на одном дыхании читаются, как такие вот на уровне лучших западноевропейских эссе и с очень таким серьезным темой. Был, есть и будет одним из нас. Те далекие уже годы, прекрасные, интересные. Я вот совсем недавно имел радость видеть очень многих наших художников во Франции. И очень жалко просто, что Алика здесь нет, но, как Юра сказал, будем надеяться, что увидим его и в наших выставочных залах и на улице. Возможно, конечно, он говорит, ну не знаю. Ну они же не хотят делать. Ну не знаю, ну за это еще происходящее по достижению общества поощрения художества.